Вітаю, ви на каналі ТВ. Це «Окрема думка». Наш гість сьогодні Віталій Бутенко, директор з комерційної діяльності компанії ДТЕК. Я вітаю вас в нашій студії. Дякую. І доведеться сьогодні відповідати вам на надзвичайно складні питання. Ми будемо говорити про енергосистему України, про тому, в чому полягає проблема, про дефіцит. І, ясна річ, чим загрожує дефіцит і наслідки цієї ситуації всім нам, нам, українцям, тут в Україні. Тому що прем'єр нас лякає, що Путін хоче нас заморозити. Що скажете про реальный стан речей? Можем мы сегодня говорить правду? Да. Спасибо, что вы пригласили поделиться своим взглядом на текущую ситуацию в энергетике в вашу студию. Действительно, ситуация очень сложная. В принципе, мы даже считаем ее критической. Для того, чтобы понять, в чем возникла, почему она возникла, если вы позволите, буквально пару минут я объясню, собственно говоря, что привело к тем проблемам, с которыми мы сегодня пытаемся как-то справиться. Энергосистема Украины – это, в принципе, работа как единая система. Вот. То есть есть компании, которые производят электроэнергию. Это атом, это гидро, это возобновляемые источники. И 40% – это тепловая генерация. Есть энергорынок, который покупает эту электроэнергию у генерирующих компаний и продает ее конечным потребителям через облэнерго. Тепловая генерация, которую представляет компания ДТЭК, она на сегодняшний день обеспечивает порядка 40% всей энергии, которая вырабатывается на рынке. Вот. А тепловая генерация исторически, она работает на углях, которые добываются в Украине. Исключительно на украинском угле. Никогда не было никаких закупок у Польши и у других стран? Никогда не было. Более того, угольный сектор Украины всегда был профицитный. То есть всегда производилось больше угля, чем было необходимо для потребления на тепловой генерации Украины. И даже изначальный технический дизайн в свое время блоков, которые вырабатывают электроэнергию, был именно построен на том, чтобы использовать именно украинский уголь. То есть это была единая интегрированная система, которая позволяла обеспечить энергетическую безопасность страны. Сегодняшнее состояние дел с проведением антитеррористической операции, с известными фактами затопления шахт в Донецкой и Луганской областей, означает ли, что это ставит вообще под угрозу весь этот полный цикл? Вы совершенно правы. Именно это и произошло. Потому что в результате действий на Востоке, в результате проведения действий, особенно в Донецкой, Луганской, часть шахт, они, собственно говоря, либо были разрушены или перестали добывать уголь, либо даже тот уголь, который добывается в связи с серьезнейшими разрушениями инфраструктуры, железнодорожной инфраструктуры, этот уголь нельзя вывести. Так получилось, что это антрацитовые группы угля. Потому что тепловая генерация Украины, она работает на двух видах угля. Есть газовая группа угля. Слава богу, у нас нет проблем с этой группой, потому что шахты, которые добывают газовые угли, они находятся вне зоны ЭТО. Вот. И есть антрацитовый. В результате произошел дефицит. Это стало очевидно еще в августе месяце, что когда мы стали наблюдать серьезнейшее падение объемов отгрузок антрацитовых групп на станции, на тепловые станции Украины, потеря составила так, в период с июля по август порядка более 1 миллиона тонн. Но это достаточно существенно. Соответственно, в этой неожиданной для теплового сектора ситуации нужно было срочно искать альтернативные источники. Альтернативные источники в данном случае можно было найти либо в России, вот, либо в более удаленных местах, как Южная Африка, Австралия и т.д. и т.п. Соответственно, в зависимости от того, где находится этот уголь и его стоимость. Но автоматически увеличивалась еще и стоимость угля. С августа месяца по сегодняшний день компания ДТЭК, уже, в принципе, не дожидаясь каких-либо действий, уже привезла более 900 тысяч тонн угля в Украину. Из России. Из России, потому что это наиболее экономически было выгодно. Благодаря этому, собственно говоря, на сегодняшний день... Мы покупаем. Мы вынуждены теперь, оказались в состоянии, когда российский агрессор разрушает инфраструктуру Украины, мы вынуждены еще покупать у агрессора. А была возможность купить, скажем, у Польши? Или в чем причина? Почему Россия? Вот причина как раз состоит в том, что...
у нас возникла проблема с антрацитовыми группами угля, а не с газовыми. Польша, действительно, у них есть уголь, у них есть избыток угля, но это газовая группа углей. Газовая группа углей, а это приблизительно половина всех станций, которые в Украине работают, с ней проблем нет. Ее достаточно. Все наши станции обеспечены газовым углем. И на самом деле его достаточно даже в том, чтобы еще поддерживать определенный объем экспорта для поступления валютной выручки в страну. А вот с антрацитами здесь проблема. Он сам по себе очень дефицитный ресурс. Да? Украина себя обеспечивала. Но все шахты находятся, к сожалению, вот на востоке. Вот. И даже в России не все шахты, например, которые добывают антрациты, подходят по технической спецификации. Я не хочу усложнять наш разговор. Я не хочу смешивать политику, потому что понятно, что вы управленец, не хотите смешивать политику и экономику. Но тем не менее, вы дали себе ответ на вопрос, могла ли Россия умышленно наносить удар именно по этому региону, зная, что Украина будет вынуждена покупать у России этот? Вы задаете очень, наверное, с точки зрения как бы гражданина правильный вопрос. Но как менеджер для меня стояла задача обеспечить тепловые станции Украины ресурсом для того, чтобы был свет и было тепло. Поэтому ответ на вопрос, почему это произошло, кто виноват? Целенаправленно это было сделано или целенаправленно? Ну, наверное, здесь можно по-разному рассуждать. Я, скорее всего, присоединюсь к мнению большинства людей, которые, ну, объективно оценивают то, что происходит. Потому что разрушение инфраструктуры, которую мы наблюдаем, оно предотвратило и на сегодняшний день продолжает являться большим препятствием для того, чтобы вывести тот уголь, который сейчас есть там. Потому что антрацитовый уголь все-таки у нас две из трех шахт работают, они добывают. Но мы вывести не можем, потому что территория железных дорог разрушена. Или подъездные пути, скажем, к той же Луганской станции, которая обеспечивает электроэнергией север Луганской области. Хорошо, и получается, что сейчас вырабатываемый уголь, он там складируется, каким образом? Он находится на складе шахт или обогатительных фабрик. На сегодняшний день у нас где-то более миллиона тонн лежит там. Мы пытаемся решить вопрос с тем, чтобы вывести. Мы вплотную работаем с железной дорогой по восстановлению путей, по восстановлению инфраструктуры. Для этого мы тратим свои собственные средства, для того, чтобы хоть как-то снизить вот это давление, которое сейчас возникло с точки зрения дефицита топлива. Вот. Очень сложно, очень тяжело. Пока что нам не удается решить этот вопрос. Вот. Но даже при том ресурсе, учитывая то, что состояние складов тех станций, которые работают на трансцентре, оно критическое. Ну, если посмотреть, чисто сравнить с историческим объемом. В прошлом году при входе в отопительный сезон на станциях, вырабатывающих тепловых станциях, вырабатывающих электроэнергию, было более 3,5 миллиона тонн угля. Сегодня это 1,5 миллиона. При этом антрацитовых групп, это то, что дефицитный, всего лишь 250 тысяч. Чтобы была понятна значимость этой цифры, в сутки по системе, по всей энергосистеме Украины сжигается 30 тысяч тонн угля. Вот если мы разделим 250 на 30 тысяч, то вот станет очевидно, что у нас, в принципе, запасов, если завтра прекратятся поставки, которые сейчас сегодня идут только из России, ну, на 7 дней хватает. Что это значит? Это значит, что целый ряд станций просто-напросто не смогут работать из-за отсутствия топлива. Это значит, что не будет света, значит, не будет тепла. Мы оцениваем на сегодняшний день, я это говорю чисто как результат нашего анализа, что в ноябре месяце дефицит электроэнергии в связи с недостатком топлива на антрацитовых станциях может соответствовать по объему потребления до 4 областей Украины. То есть цифры на самом деле очень удручающие. Но проблема на самом деле состоит из двух частей. Если первая часть мы говорим, что в связи с разрушенной инфраструктурой и боевыми действиями на востоке Украины определенный объем, его нельзя вывести, ну и, соответственно, добыча упала. Другая проблема в связи с возросшей себестоимостью производства угля, средств нету. То есть на сегодняшний день
Компания ДТЭК, вот то, что я раньше упомянул, мы 900 тысяч тонн привезли. Это было сделано, по сути дела, за свои собственные средства. Почему? Потому что существует проблема с погашением долга перед тепловой генерацией. Только за 2014 год объем задолженности энергорынка, а если вы вспомните, я вам говорил, что энергорынок покупает электроэнергию перед тепловой генерацией, составил более 2 миллиарда, 2, если я не ошибаюсь, 2,3 миллиарда гривен. Это те средства, которые на сегодняшний день могли бы пойти на своевременную закупку необходимых объемов угля, для того, чтобы тепловая генерация была более подготовлена. Этих средств нет. Ну да, вы говорите, мы использовали свои средства. Означает ли это, что если бы компания была в государственной собственности, а не в приватной, проблемы такой бы не было? Ну, это, скорее всего, тут, вы знаете, ответ на этот вопрос, он уже есть. Так. Потому что на сегодняшний день тепловая генерация представлена тремя компаниями. Есть ДТЭК, это частная компания. Есть Центр Энерго, это государственная компания. Есть Донбасс Энерго, которая тоже частная компания. Так вот, для сравнения, ДТЭК с августа месяца завез 900 тысяч, более 900 тысяч тонн угля. Все остальные тепловые компании завезли 90 тысяч. В том числе это и государственная компания. То есть, если посмотреть на сопоставить эти цифры, то благодаря, ну, наверное, тому, что запасу прочности, который был у компании ДТЭК, удалось обеспечить необходимые поставки. Но запас прочности уже закончен. И мы вступили в активный диалог и с комиссией, и с энергорынком, и с министерством, для того, что решения необходимо принимать, и необходимо принять комплексные решения. Вот давайте мы более предметно на решениях, которые будут приняты, сразу после небольшой паузы мы повернемся в студию. Нагадаю, продолжим разговор с Виталием Бутенко, директором коммерческой деятельности компании ДТЭК. Залишайтесь с нами. Окрему думку на каналі ТВА сьогодні висловлює Віталій Бутенко. Говоримо з директором комерційної діяльності компанії ДТЕК, власне, про енергосистему, про рішення тепер. Більш детально зупинимося, про наслідки всіх цих проблем, які ви описали. Ми ще не торкнулися, власне, проблеми з руйнованою ТЕЦ, яка перебувала на території Слов'янську. Яку територію, власне, забезпечувала ця ТЕЦ і у який спосіб ви будете вирішувати? Ну, наша станция, которая на сегодняшний день работает, Луганская, так, которая тоже попала под обстрел. Она обеспечивает электроэнергией, в принципе, Луганскую область полностью. А, к сожалению, в связи с разрушением, еще и сетей, вся вот территория Луганской области, она полностью отключена от энергосистемы Украины. Это то, что профессионалы называют, она работает в острове. И обеспечение электроэнергией Луганской области полностью сейчас зависит от работы Луганской станции. При этом Луганская станция тоже попадает под обстрел. Вот буквально 12 числа был обстрел, попали в трансформаторы, были ранения людей. Произошла ситуация, когда станция как на какой-то промежуток времени отключилась. А это значит, что на этот промежуток времени отключилось потребление, отключились порядка более миллиона людей от света. Также предприятия, шахты, которые были, только, ну, ценой действительно огромных усилий наших специалистов, там, в течение 5-6 часов удалось восстановить электроэнергию и продолжить движение. То есть ситуация достаточно критическая, которая усугубляется и дефицитом угля, и постоянными, в данном случае в рамках станции, нашей Луганской станции, обстрелами или какими-то боевыми действиями. Но это действительно чувствуется вот по сводкам, которые читаешь каждое утро, что вот в таких ситуациях мы находимся просто на
передовой линии фронта. Ну, состояние дел с разрушенной ТЭЦ в Славянске, на каком вообще сейчас свете по части восстановления? Вы есть проект восстановления или есть необходимость, или какие-то риски? И вот кто возьмет на себя? Славянская ТЭЦ, это принадлежит компании «Донбассэнерго». Вот, на сегодняшний день она действительно по разрушению такие, что она не работает. А текущий план восстановления, ну, к сожалению, мне неизвестен. Я знаю, что для восстановления требуются тоже средства, но это как частная компания, они занимаются этим вопросом. Но из официальной информации в ближайшее время восстановление этой станции не подлежит, и в систему она не вернется. Ну и вы сказали о этих шагах, которые они сейчас необходимо предпринять. Каким образом будет действовать ваша компания? Будет ли они сотрудничать, каким-то образом коммуницировать с государственными компаниями для того, чтобы все-таки эту зиму мы смогли пережить? Мы находимся в активном диалоге с ключевыми государственными институтами и представителями, которые отвечают за регулирование и поддержание энергетики. Это и министерство, это регулятор НКРЭП, энергорынок. Ситуация, которая сейчас сложилась, ее решение лежит в двух плоскостях. Так. Первое. Это необходимо обеспечить тепловую генерацию Украины. И в данном случае речь идет о всей тепловой генерации. Средствами, которые бы позволили обеспечить покупку угля в необходимых объемах. Это можно сделать за счет погашения долгов, которые на сегодняшний день существуют перед тепловой генерацией. Как я называл ранее, это более 2 миллиардов гривен. Это было бы первый шаг решения. Второй шаг, это больше вопрос касается компетенции регулятора, это комиссии. Это необходимо обеспечить тариф для тепловой генерации, который позволил бы покрыть себестоимость для производства электроэнергии. То есть повышение тарифа. Это повышение тарифа для тепловой генерации, но я не хочу уходить глубоко в технические детали, но это не означает абсолютно, это не значит повышение тарифа для населения. Угу. Потому что для того, чтобы тепловая генерация работает, в принципе, как конкурентный рынок, а не регулируемый с точки зрения тарифа. Поэтому найти средства для перераспределения в адрес тепловой генерации можно за счет перераспределения. Ну, например, солнечная генерация, которая на сегодняшний день тариф в разы превышает себестоимость. В результате часть этих средств можно направить в помощь тепловой генерации для того, чтобы можно было привезти уголь и вырабатывать электроэнергию. Частично решения были приняты комиссией, начиная с августа месяца, но они частично, они полностью не решают вопрос. И, собственно говоря, текущая стадия диалога, в том числе и с комиссией, и она, собственно говоря, и находится в том, чтобы было комплексное решение. Причем это комплексное решение уже было озвучено и оформлено и направлено в виде письма от министерства в адрес комиссии, где был целый ряд инициатив, которые необходимо предпринять для того, чтобы обеспечить тепловую генерацию средствами, необходимыми для прохождения зимнего периода. Вот. К сожалению, не все решения были приняты. И поэтому вот именно недостаток комплексного решения на сегодняшний день и поставил тепловую генерацию перед риском невозможности выполнить свои обязательства перед рынком и обеспечить выработку электроэнергии в том объеме, который необходим в зимний период. А потребление будет расти. Наступает холода, температура растет, с газом проблемы. Скорее всего, часть населения будет решать вопрос за счет того, что там подключать обогреватели, то есть еще больше увеличится спрос. Вот. А запаса прочности в энергосистеме практически не осталось. И это то, что на сегодняшний день вызывает самое большое беспокойство. У нас, как и одного из самых крупных производителей электроэнергии, в принципе, у всех, кто понимает реальное состояние вещей в энергетике. И вы сказали, один из пунктов – это возврат долга. Вот понимание проблемы. Как думаете, насколько позволит решить наполняемость задолженности? Какая в процентном соотношении? Вы понимаете, ведь
Тот факт, что возник долг, это ситуация, которая являлась следствием системного неэффективного управления энергоотраслью. Угу. Почему возник долг? Я бы постараюсь объяснить достаточно просто и понятно. Тепловая генерация произвела электроэнергию. Она купила уголь, привезла на станции, продала в электрорынок. Электрорынок взял эту электроэнергию, продал конечным потребителям. Часть конечных потребителей заплатила за эту электроэнергию, но часть не заплатила. Как показывают цифры, не заплатили государственные шахты и не заплатили водоканалы. То есть это дотационные, это государственные предприятия. То есть почему они не заплатили? Потому что они недополучили из бюджета. Получается замкнутый круг. И о чем мы говорим? Мы говорим о том, что нельзя системно за счет тепловой генерации, а в данном случае за счет частного сектора, решать вопросы, которые лежат в компетенции государства. Перекладывать. Что говорится, с одного... С больной головы на здоровую, да, это называется. Вот как я искал именно эту метафору. Вот. Вот почему возникли проблемы. И мы говорим, что нельзя на сегодняшний день, особенно учитывая, что масштаб проблемы вырос достаточно значительно, в ситуации, когда острый дефицит угля, в ситуации, когда у нас требуются дополнительные расходы для поддержания или восстановления инфраструктуры, в результате, потому что у нас часть, наши шахты же находятся там, да, и, как на примере Луганской. Вот. У нас средства просто уже закончились. Вот сколько мы могли, мы это делали. Сейчас мы ставлены в ситуацию, что объемы закупки и поставок угля, они уже будут лимитированы теми средствами, которые у нас есть, которые мы получаем. А их недостаточно. Для того, чтобы это решить, нужно возвращение долга и нужно поставить соответствующий тариф. Давайте пройдем этот период. Давайте Бежим. Это непопулярно. Повышение тарифов это непопулярный, но это достаточно эффективный метод. Если мы думаем, конечно же, о стратегии развития государства, то но я еще раз хочу подчеркнуть, что речь не идет не о повышении тарифа для населения. Тариф для населения, и это наша принципиальная официальная позиция. Мы против повышения тарифа для населения. Но вы думаете, этого можно будет избежать? Этого можно будет избежать. У регулятора достаточно есть средств, инструментов для того, чтобы обеспечить тепловую генерацию необходимыми средствами для производства электроэнергии, при этом не затрагивая тарифы для населения. Потому что внутри энергорынка есть возможность распределить средства. Хотя бы, опять же, солнечная генерация, там, атомная генерация. Да, средства есть, но есть ли время для того, чтобы решить эту проблему? Мы последние два месяца говорим о том, что времени становится все меньше, а решение нужно принимать. И когда мы говорим о реформах, реформе энергосистемы, реформе отрасли в общем, мы можем говорить теперь уже в частности о необходимости разработки новых инноваций, а не просто о реформах? И если да, то занимается ли ваша компания разработкой таких инноваций? Инновация – это, наверное, как говорят на Западе, это наше отчество. Да. А почему? Потому что компания DTEC с момента своего возникновения и всегда была ориентирована на инновации. В энергосистеме инновации, это, наверное, даже не опция, которую хочу или не хочу делать. Я считаю, что это рецепт для выживания. Выживание в контексте сегодняшней энергобезопасности. Выживание в контексте конкуренции. Если мы посмотрим, например, какое существует взаимоотношение между частным сектором, особенно в области энергетики, и государством, например, в Европе, в Америке, в Канаде, мы видим, что силы тех государств, которые поддерживают, которые создают условия для развития частного сектора, они являются наиболее сильными и конкурентоспособными. Почему? Потому что это очень капиталоемкий сектор. Да? Требуется огромное количество инвестиций. Мы инвестировали достаточно миллиарды гривен и
в развитие нашего угольного бизнеса. В результате практически в два раза увеличивали добычу, что позволило сделать Украину до начала этих событий экспортируемым рынком. Да. То есть вот она, валюта, заходит в страну. Мы инвестировали, опять же, десятки миллиардов гривен и в нашу генерацию, для того, чтобы эффективность наших блоков, которые вырабатывали электроэнергию, да, позволило бы поддерживать устойчивость этой системы. Потому что тепловая генерация, она же в основном-то строилась еще во времена Советского Союза. Вот. И для того, чтобы эти мощности поддерживать. Модернизировать все необходимо. Ну, знаете, все очерченные вами проблемы, это как раз тот редкий случай, когда интересы приватного бизнеса и государства должны совпадать. Безусловно. Я очень надеюсь, что все люди, которые принимают решения в нашей стране, услышали сегодня ваш просто крик, да, о помощи. Я очень надеюсь, что в ближайшее время нам будет о чем поговорить для того, чтобы подвести итог тому, что удалось сделать вашей компании, государству. Спасибо. Я нагадаю, что Виталий Бутенко, директор коммерційної діяльності компании ДТЕК, висловив свою окрему думку. Дякую за те, що знайшли час, і дякую нашим глядачам за довіру до каналу ТВ. Ми зустрінемося завтра, ті ж, переносимо добре.